А перед самым Новым годом в гости к ветеранам, живущим в городе и районе, пришли печерцы с подарками. Дело в том, что больше месяца назад на одном из городских пабликов «Типичный Печора» был дан старт акции. Решили поздравить ветеранов. Деньги на приобретение новогодних подарков для ветеранов собирали горожане. Организаторы регулярно выкладывали отчеты в сеть. Собрали подарки, кто сколько мог, скинулись, закупили, на всех поделили. И по одному поздравляем ветеранов, дарим подарки, фрукты, сладости. Захотелось сделать что-то хорошее. И вот Руслан непосредственно подал идею, почему бы нам не собрать подарки для ветеранов, собрать денежные средства для ветеранов. Ну что, кинули клич в нашей известной группе «Типичная Печора». Люди оказались очень активны первые 2-3 дня. Вообще деньги поступали очень хорошо. Главные спонсоры, еще раз повторюсь, компания «I Love Sushi», они перечислили достаточно большое количество денежных средств. И что, все получилось. Вот благодаря активистам нашим мы все это... Денежки собрали, съездили по магазинам, накупили подарков. Уважаемый Николай Иванович, рады поздравлять вас с наступающим Новым годом. Я лично от себя рад прикоснуться к истории в лице вас. Гордость меня пронизит пожать вашу руку. Спасибо. Благодарю вас за то, что мы сейчас можем заниматься тем, чем мы занимаемся. Спасибо. Благодаря вам. Вас не забыли, вас помним и постараемся чаще поздравлять, навещать. 29 ветеранов живут в Печоре, 3 человека в Кожеве и 1 в Каджироме. Для всех привезли подарки. В них входили сладости, фрукты, овощи, колбаса, сыр, масло. То, что многие из людей, прошедших войну, позволить себе не всегда могут. Ой, миленькие вы мои, господи, за вы принесли мне подарок уже, потому что молодежь. Вы мне и как раз подарок и есть, потому что молодежь пришла, здоровье принесла. Ой, ребятки, молодежь, мальчики и девочки, вы столько мне радости принесли, это не передать. Это не передать, это на месяц здоровья. Очень хорошо, ну что? Очень хорошо. Поздравляем вас. Будем стараться чаще вас радовать. Ой, Господи, чтобы, молодец, чтобы ваша улыбка вам прибавляла больше. Такую энергию принесли, прямо даже не знаю, хорошо. Если бы не подвиги ветеранов, соответственно, детям бы не было будущего. Поэтому, я думаю, ветераны – это те люди, которые действительно заслуживают нашего внимания. Конечно, хотелось бы чаще этого внимания уделять им. Ну, как получилось. Но я надеюсь, это будет таким неким зерном, которое даст свои всходы, и эти акции будут как можно чаще. Ну, будем надеяться, что добро будет все-таки процветать в этом городе. И мы будем помнить, как помимо ветеранов, и о старых людях в целом. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в акции, всем тем, кто не остался в стороне, всем активистам, кто принимал участие в закупке продуктов, в комплектации подарков. Спасибо экипажам, развозившим подарки ветеранам.